Домой с золотом в столицу республики вернулись хоккеистки уфимская «Гидели». Напомним, они выиграли все три матча и получили кубок женской хоккейной лиги, а еще звание чемпионок России. В финале уфимские девушки разгромили «Торнадо» из Московской области. Все, потому что столько лет шли к этому золоту, наконец-то его достали. И тут внес вклад каждый, да, начиная от массажистов, докторов и заканчивая болельщиками. Болельщик – это шестой игрок на поле, и без них никуда. Эмоции самые положительные. Конечно, уже много эмоций отдали за эти два дня, пока добирались до Уфы. Очень рада, это золото. Мы заслужили, мы очень много готовились, очень много тренировались. И я считаю, что это очень даже заслуженно и достойно. Победа «Гидели», кстати, дает право Уфе претендовать на проведение у нас женского чемпионата мира по хоккею. Напомним, в 2013 году столица республики уже принимала чемпионат мира по хоккею, но молодежный, а в прошлом году неделю звезд КХЛ. Подать заявку на организацию новых соревнований можно будет только через 3 года.